Внесение изменений в бюджет Твери текущего года стало одним из важнейших вопросов в повестке очередного заседания Тверской городской думы. Особенно решению народных избранников порадуются работники сферы образования. Именно туда будут направлены дополнительные средства. Корректировка бюджета связана с увеличением почти на 30,5 миллионов рублей налоговых и неналоговых поступлений, а также перераспределением средств внутри муниципальных программ. Изменения внесены в 11 из них. Это позволит более успешно решать первоочередные городские задачи в самых разных сферах. Это в первую очередь на сферу образования. Также были выделены часть денег на ремонт дорог. Также Мигаловская набережная у нас стала красивой. Вот ее надо убирать, обслуживать. Вот на это и были выделены наши дополнительные деньги, которые поступили в бюджет. Депутаты также одобрили предложение администрации перенести с 7 на 15 ноября из-за объявленных нерабочими дней сроки внесения в Думу проекта бюджета Твери на ближайшие 3 года. Важным вопросом повестки дня стал проект решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципалитета, касающихся городской контрольно-счетной палаты. Предложено наделить ее правами юридического лица, правом учреждать ведомственные награды и знаки отличия, а также быть субъектом правотворческой инициативы. Еще одним моментом заседания стало рассмотрение вопроса об установке 2 мемориальных досок. Знаменитому наш суде Пушкину, который много сделал для вообще развития системы судейской в Тверской области, им будет установлена доска на здании, новом здании областного суда. Также мы утвердили доску знаменитому конструктору Новикову, который работал над созданием наших новых аппаратов, летательных, работал в КБ. Мемориальная доска конструктору, лауреату государственных премий Льву Новикову, появится на здании Центрального КБ транспортного машиностроения, что на Петербургском шоссе. Что касается знаменитого юриста Юрия Пушкина, то он был известен тем, что, потеряв на войне кисти рук, а также обе ноги, успешно работал в Калининском областном суде. На его счету целый ряд громких дел.